интересный такой. Отдал нам собаку. Так он не идет с нами. Так он не идет с нами. Он сказал, берите собаку, я не иду. Ну, сейчас часов уже. 5:40. А такое, это, как, ну, часа 4. Да. И такое ощущение, что сейчас к морю выйдем. Видишь, там вообще травка такая красивая. Так тут-то как-то все запутано. Так. Прямо заборы нормальные поставили. Что это за штука? Такое ощущение, как будто уже кому-то на участок зашли. Ага, вот. Озеро. А слышишь? А у них такой же участок, как у вас? Или больше? Что-то не понимаю. А, да. Селфи. Не нашел, но кричит. Селфи. Да не, я вообще-то видео снимаю. Видно, что он красивый. Это все что-то, это огород, да? Ночью. Смотри, как сколько травы. Оксана, это Леша, это наша культура. И здесь и на Троещине? Или нет? Нет, на Троещине Вадим. Вадим, но он не там, сейчас пошел у соседа попросил. Какая тут красивая трава, смотри, а тут что, не ездит никто? Это мы мышка сели сами. Так она такая красивая вообще. А это кто-то что-то тут садит, да? Это купили. Вон шашлычки жарят тут же. Вот прикольно. Это ты говоришь вот про это, что тут трава одна, да? А это заброшенный участок, он продает его. Да. И что, почем продает? Это не ко мне. Ну видишь, сад, и что, он с домиком, да, вот это? Да, с домиком. Смотри, тоже домик хорошенький, и деревья. Что, ну это Юра домик или это только вагончик? Вагончик и участок. Угу. Вот это он загорожен. Как интересно. А. Ну как, ну не руками? Не, Юра. А что не руками? Ага. Я лично садил только. Это не это самое. Деревья. Ну, как бы источник тут был, Юр, да? Не, тут озеро. Что? Что, Вадим, тебе показывал? Вот тут вот купаться, да, можно? Угу. Да, видишь? Это на люди сами выкопали, да, чтобы... Да, скинулись по несколько тысяч. Наняли трактор. И завезли воды. И тут каждый может купаться? Или те, что, которые... А остальные? Будут подкапывать участок. Давай еще. Аня, не с поводком. Я знаю, что не с поводком. Вальтер, иди сюда. Ага, то есть вот эта вся земля, это как раз получается отсюда, что выкапывали. Да. А что, действительно можно купаться здесь? Говорят, что можно. Нет, купались дети. Прошлое выходное. Дети нормальные? Да, после этого. Ну вода, смотри, как будто, видишь, мылится. Угу. Может, тут купаются, как бы купаются, моются, нравится. Ты еще такая красивая, ястреб полетел, ты понял? Ты что? Он какой участочек, ты там такой. Пошлите, посмотрим, где тут можно что спионерить. А это кого они ловят уже тут? Орешек. Это похоже на орех, мне кажется. Да. Что, нет, Юг? Ой. Дитё асфальта, кого ты спрашиваешь? Что за сетка, кого ловим? Вода ушла уже. Не, рыбу точно ловят они, вылавливают. Как интересно сделано, посмотри. И мне поражает, что вот эта трава, вот эта такая зелененькая. Лёша, ну гуляем, ну... Я постоянно в квартире сижу. Я не понимаю, куда мы идем. Понимаю, куда мы там будем возвращаться.
Смотри, какие петушки. Боже, как красиво. Все как красиво сделано вообще. Ой, это когда оно все цвело, это сейчас оно увядает. Красиво как. Вальтерон, куда погнался? Я сейчас буду к вам идти, я отсюда хочу цветочки снять. Они пахнут? Ой, они пахнут. Ой, класс. Они реально пахнут, вот какое-то лекарство было в детстве, такое сладковатое. Но очень вкусно. Сейчас я ж пока тут не обнюхаю все. А я вижу. Не, знаешь, мне даже... Мне. Все-таки вот эти участки, они посимпатичнее, чем дома в селе. Просто. Они как-то поинтереснее сделаны, видишь? Это ж Киевская область. Ну да. Ну да, тут же не то, что короче. Вальтер! А туда не пойдем? А что? А я уже туда начала идти. Детская площадка, смотри, как красиво. Ой, бордовый. Вообще, я такого цвета не видела. Такой красавчик вообще. Красивый такой бордовый, ты что? И рядышком. Не, а дальше вот тут, который вы соседи. Я сейчас вообще через забор перелезу. Ты что, какая красота? Не, а этот вообще, смотри, как они красивые все. Я обожаю вот такие глубокие, красивые цвета вообще. Вообще хочется смотреть. Мне так хорошо, что я уже хочу домой. Красиво. Какие цветы у людей красивые. А сама площадка какая классная. Да, для деток, видишь, сделали. Они сами сколотили эти. Ну да. Это видно, но даже очень хорошо. Да, прикольно. Тут это самое, качелька для матери. Слушай, а вот эти цветы красивые. Да, это они тоже сами, да, посадили, наверное. Это же тоже можно посадить. Смотри, как они прикольно. Мне кажется, что семена должны продаваться вот таких вот разных. Боже, какие петушки красивые. Красиво. А куда мы дальше пойдем? Мы куда-то пойдем? Мы туда пойдем? Нет? Хочешь, пойдем на то озеро? Красиво. Пошли к березе той, дойдем и обратно. Я ж просто, ты шо? Ребенок наконец-то вырвался на волю. Ну чуть-чуть, Леш, до березки. И вот еще смотрите. Я говорю о том, что наконец-то вырвались на природу, то хочется мне все прямо посмотреть, это понимаешь? Что, это большое, как, наверное, как большие ромашки, или что ну, это? Да, или как, знаешь, на подсолнухе, что ли, будет похоже. Видно, как подсолнухи, которые не семечки несут, а декоративные. Вот понюхай, да? Очень красивые. Да, да, да. Жалко, что цветают. О, Оксана, солнце, ну капец. Тяжело мне уже. Сейчас, зайка, иди с закрытыми глазками пока. Закрытыми глазками. Смотри, видишь? Угу. Вот это просто походить, даже интересно, как люди да? делают. Да, слышишь, Оксанка, я тебе хочу сказать, что это... тоже весь участок здесь за это засажен. Да. Ну тоже видишь по-своему так интересно. И вот
Посмотри, боже, красота. И тоже диванчик. Ну, конечно, так интереснее все-таки, чем когда коровы пасутся на переднем плане. Какие красивые цветы. А что это такое интересное? Похоже, нас учуяли собаки. Они слышат собаку. Смотри, какая береза красивая. Мы недалеко, Леш. Вот тут и все, сейчас идем обратно. Посмотрите. Кошка! Привет! Наташа, ты видела? Тут кошка. И главное, замерла такая. Тише. Ты Лёлик? Нет. Привет. Я боже, смотри, перелякана, видно, дитина. Я какаю. Да. Ой, красивый пион. Не будут потом... Слышишь, Наташа? Не будут потом тут слухи пускать или на следующем совещании обсуждать. Какая-то тут ходила, снимала все. Кто это был? Она день не платила в корпоратив. Тем более. Кооператив. Аня, пошли по вину с гавкой. Идем обратно. Достали напротив собаки. О, видишь? Там вообще поливайку сделали такую красивую. Вот это у нас такая поливалка есть. Да? Только она ниже к земле. И не поливает. Да, она поливает, крутится. Красиво. Люди облагораживают красиво. Ты тоже видела, знаешь, такое стоит хибарка. И уже начинает, знаешь, это и заросшие, как вот это. Почти там деревья, там кустарники. В общем, ты говоришь, что вот это все была река. И получается, ее высушили. И вот это получается дно реки. Она не высушила, она сама. Это лет 100 тому было. 100 лет тому назад тут была речка. И да? Сделали сейчас на дне речки. Да. Такие частные домики. И это, дачи. Кооператив называется Заречный. Заречный. Корпоративка Заречная. Как на кооператив. Понятно? Вот так вот. Вот так вот она называется. Кооперативка. Все равно. Класс. Озеро вообще обалденно. Видишь, скоро может быть песок, может. Правильно. Пенза, да? Все свое. Да. Ну, только у нас что-то крышится сильно. Да, выкидывай, как пенопласт какой-то. Ты тут видишь, огородик уже тут раз. А так высоко, видишь, подняли его. Может, это сюда типа как земли накидали? Наверное, мне так кажется, что навезли. Все-таки. Юра шоу рассказывал. Да? Да. Что? Что эту землю навезли. Или с дна того. Озеро Надежды. Ну, что-то похоже такое. Оттуда? Сюда насыпали. Что очень похоже по цвету. Есть такие блоки для чего-то они привезли тоже. С тренером. Здравствуйте, пацаны. Вадим. И домик, смотри, тоже такой быстрый, хороший. Прикольный вообще. Вот были балкон. Внутри, да? Да. Наверху балкон. Это вы с этими соседями подружились в первый день? Да, да, да. Мне нравится вот эта трава, обалдеть. Угу. И выбитая, да, лошадьми, колесами. Да, лепешки нету от коров. Вальтер разве что мы стали ночью. Такой. Леонечка. Он кто-то ковролин выкинул. А тут видимо, что запущено часто. Тоже, может, кто-то продать хочет. Не стесняется. Неожиданно. Дверь. Ворота. Сыдёночка. Лёша, вот так вот выглядит осина. Осиновый кол можно сделать. А ты осиновый кол можно сделать. И нечистую выгонять. Периодически с тебя. Анечка, довесь мне, спотнись, я буду закрыться. Лёша, ты тоже довесься. Газонокосилка ручная. Газонокосилка, она такая, с такими... Это дисковая, да?